Ну вот возьмем, например, ситуацию, которая не так давно была. Несколько региональных банков посыпались, да, то есть у них была отозвана лицензия. Соответственно, вкладчики, предприниматели и физические лица не смогли вытащить оттуда средства. Что нам комментировали при этом, собственно говоря, некоторые представители высокопоставленные? А сами дураки, предприниматели, зачем они клали деньги в ненадежный банк? Надо анализировать финансовое состояние банка. И главное, что интересно, человек, который это говорил, на дурачка-то, в общем-то, не похож, да? То есть он совершенно четко, скорее всего, понимает уровень финансовой грамотности населения и о том, что, во-первых, финансовая отчетность банка в динамике проанализировать не так-то просто. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что в нашей стране от финансовой отчетности банка абсолютно ничего не зависит. И решение, допустим, совета директоров там, или наблюдательного совета, или учредителей, или просто слив какой-то информации, они, собственно говоря, могут уронить банк, особенно при панике. Да? Вот, но тем не менее, вот такое, да, то есть надо было самим следить за финансовым состоянием банка и класть деньги в надежные банки.